Приготовьтесь, ребята, ведь совсем скоро вы узнаете, как создать свою собственную голограмму. Все, что вам понадобится, это бумага миллиметровая, коробочка от CD-диска, клейкая лента, там ножницы, ручка, там смартфон, а также нож или стеклорез. Сначала мы начертим трапецию. Вы уж постарайтесь изобразить ее как можно точнее. Размеры такие. Верхняя грань 1 сантиметр, боковые грани 3,5 сантиметра, а нижняя грань 6 сантиметров. Теперь мы вырезаем наш бумажный шаблон. Далее берем коробку от CD-диска и перед тем, как резать ее, отламываем боковые стенки. Они нам не нужны. Лучше всего, чтобы коробка была сделана из пластика. А стеклянная коробка тоже подойдет, только будьте очень осторожны в работе. Затем возьмем скальпель, нож или стеклорез и очень аккуратно надо вырезать по шаблону. Как вырезали одну деталь, вы можете использовать ее для вырезания других. У меня, например, одна из фигур немного сломана, но это не должно помешать. Надо их скрепить так, как я сейчас вам показываю, используя немного клейкой ленты. Ну, в общем-то, все, голограмма готова. Чтобы все заработало, запустите специальные видеоголограммы на YouTube или в браузере. Я оставил пару ссылок в описании, но вы можете и сами найти и запустить другие. Это специальные видео, созданные на базе этой технологии. Аккуратно поместите изготовленную конструкцию в центр экрана, выключите свет и наслаждайтесь. Изображение видно с любой стороны, обзор 360 градусов. Очевидно, что чем чище и прозрачнее стекло или пластик, чем меньше вы его пачкаете, тем лучше изображение. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!